Приветствую всех читателей и зрителей портала androidx.ru. В этом обзоре хочу рассказать о приложении для прослушивания интернет-радио, подкастов и новостей под названием TuneIn. Данное приложение появилось уже давно для мобильных устройств от компании Apple, но перебралось на Android относительно недавно. Приложение представляет собой списки по разным категориям. При первом запуске вы видите разделение по нескольким типам. Местное радио, музыка, популярное, спорт, радиостанции по странам и языкам. При выборе одной из категорий открывается список, в котором и выбирается подкатегория или сама радиостанция. Процесс проигрывания станции выглядит примерно так же, как процесс проигрывания музыки в любом плеере. Приятная фишка программы – возможность назначить выбранную станцию в качестве мелодии для будильника. В указанное время приложение включит эту радиостанцию. Также можно настроить таймер сна. Стоит задать время, по окончанию которого проигрывание радио остановится. Плюсом данного приложения можно отнести очень грамотно продуманный интерфейс. Все сделано в виде каталога, в котором можно найти практически любую музыку. Но, как и всегда, есть минусы. В некоторых категориях отсутствуют русскоязычные радиостанции и анонсы. На мой взгляд, по сравнению с остальным функционалом, этот минус отходит на второй план. Спасибо за внимание, почаще заглядывайте на androidx.ru.